Привет, дорогие друзья! 100 лет 100 зим. Так получается, что, конечно, в жизни все стремительно может поменяться в один буквально момент. И, в общем-то, это то, что происходит сегодня. А теперь давайте мы с вами, наверное, обсудим немножечко, что же происходит у меня. Во-первых, куда я пропала и вообще все, что я говорила. Вы помните, я говорила про изменения. Вообще, на самом деле, я говорила про изменения и в конце вставила музыку, небольшой отрывок из песни Цоя. Мы ждем перемен. Но воспринялась эта информация как то, что я беременна и жду ребенка. Вот, поэтому нет. Мной было принято решение. Давно, уже очень давно. О желании работать из дома, быть с детьми, то есть цель такая — быть с детьми, встречать их со школы и быть в курсе всего. Ну, помимо этого, хочется тоже как-то развиваться, ходить на работу, общаться с людьми, то есть жить какой-то тоже своей жизнью, ну, немножко каких-то денег зарабатывать, если это еще даст, да? Друзья, у нас на улице сейчас без 10:07 утра. Это к Олечкиному вопросу, прогуливаюсь ли я по утрам. У нас сегодня мусорный день, поэтому по окраинам мусорки. Вот уже как 2 недели я просыпаюсь в 5 утра и прогуливаюсь, но не вокруг своего района, а до остановки, до которой мне идти 20 минут. Потом мне ехать полчаса на автобусе, 10 минут на метро и потом еще 20 минут пешком, чтобы к 8:30 быть на учебе. Сегодня поехали со мной. Я прохожу по моллу, шопинг-центру такому, который называется Yorkdale. Считается одним из, ну, самых блатных в Торонто, наверное. Здесь буквально все: Bulgari, Louis Vuitton, Chanel, Gucci и так далее. Tiffany. И, кстати, даже есть Tesla. Через эту стоянку я через нее сейчас пройду, и там еще, ну вот, минут 10, да, это я так округляю, 10 минут. Вот там, где зеленая вывеска, один написано $1, вот за ним такое коричневое здание, светло-коричневое, это и есть мой колледж. И вот для папы человек передо мной идет, то есть есть еще люди, и там еще есть люди впереди. Все, в школу. Учиться, учиться.